Наря, поздравляю вас и ваших партнеров с победой. За счет чего смогли победить Монреаль? За счет тактики. Мы сыгрались против сильной команды, конечно, Монреаль, но мы же играли всегда с партнерами и получили хороший футбол сегодня. Вы вышли в полуфинал Кубка Второй Лиги. Есть у вас, не знаю, что... Как прокомментируете этот вообще факт? Да, это неожиданно, но, конечно, мы хотели, чтобы первом месте даже занимались, но не знаю, как это объяснить. Comme j'ai dit hier, le match ça va être très très difficile et vraiment c'était très difficile de battre l'équipe de Montréal 5-4 et j'espérais bien que de gagner le prochain match qui va être demain contre qui va gagner ce match entre Iceberg et Alliance. Et pour le final, je pense qu'on va être bien au final. Вообще, как думаете, насколько высоки шансы вашей команды выиграть этот кубок? Завтрашний насчет, вы с Медведем? Вообще кубок. Надежда, конечно, есть, но шанс, не знаю, может быть, есть, конечно, шанс. Вы смотрите, как мы играли. Классно играли, поэтому шанс, конечно, есть. Вот так. Хорошо, спасибо, ребят, удачи вам. Матч-то будете смотреть? Ну, да, конечно, будем смотреть. Альянс или Айсберг? Айсберг, потому что мы проиграли. Проиграли? Да. Хотите реванш взять? Давай. Ну тогда, если будет Айсберг, то и удачи вам. Спасибо. Возможно. Да.